Че, кто в сервах создаст? Я же до этого Killing Floor создавал. Окей. Сколько у нас человек? Это важно. 8. О, Хастина, Хастина. Не-не-не, я пропущу Killing Floor. Хастина 7. Я готов заходить, скажите, как создадите. Я тоже готов, скажите. А зачем на 7 угодка нету вроде Killing Floor? На 6 хотите? Тогда какая разница, пароль будет, что вы это... Ну, в смысле, чтобы зайти могли все, если создашь на 6, на 8, то не все смогут зайти. Ну, я создам на максимум, и все зайдут. О, карта новая какая-то. Так, а, гайс, у вас там левела уже прокачаны, да? Есть такое. Что-то есть, наверное. Только а я через буду... коннект, а через open. Без левелов-то вообще лах. Не вариант тут. Без чего? Без левелов-то. Там очень важные фишки, типа топора сначала, берсерку и так далее. Это да. Но есть... Короче, я буду первым, но мне насрать. Все в порядке, ребят. Насрать. А, тяжелый ведь уровень сложности. Бокс. Любой уровень, любой сложности. Так, пароль. От на земле можно. Такой же оставим. Такой же. Кекс, а ты там небось левел 6, да? Нет, что ты взял? У меня третьего даже нет, наверное. А чё? О, там вон новая карта. Давай её. Давай какую-нибудь карту, где берсерк может бегать кругами и убивать. А ты берсерк? Ну я хотел за берсерка поиграть. Я буду снайпером. Ну, хотя я очень опытный врач, ребят. Но врачом без левела вообще смысла мало играть. Наоборот, он быстро скачается. За одну карту можно 3-4 взять. Просто в вагоне встанем в самом начале какой-нибудь карты. В вагоне? Вот да, это мне нравится. Вот это погорим, похиляешься. Не, я не хочу хилять, я хочу ебашить. Заходите там, друзья, вкладку нажмите и заходите. У меня почему-то не показывает друзей. У меня друзей. Даже в друзьях пусто. Я обновить нажал, и все появилось. Я вот нажал обновить. Есть. Нажал Благодарю, обновить. Экран спрячь, потому что пароль видно, который ты вводишь. Это что такое, миленько? Ребят, я нажал обновить и... Сейчас я зайду Хер. И появится. Ебать, зачем быть. Музыка такая громкая здесь? Поджигатель, что ли? Да, я стронг, у меня еще пятый медик, пятый подрывник. Можно? Так, а как выбирать класс? Я, а вот, можно IP или давай я тебя добавлю лучше? У меня снайпер третий, берсерк второй. Ты можешь да, в моем профиле присоединиться и нажать. Дай, пожалуйста, IP в любом случае. Да, потому что... Кто заходил? Митяй, можешь? Я заходил. Сейчас попробую посмотреть. Ну, а сервере тупо. А почему я ставлю берсерка, мне все равно снайпер пишется? Не знаю даже. А, вот сменился. Не знаю, не написано берсерк. Не, кисыш, не могу посмотреть. Шестой поджигатель. Вот, блин. А сервере не показывает? Нет, у меня детализация эффекта. У меня я почему-то никогда не мог кикать народ. Типа того. Ну что, ты скинешь Мерв? Посмотри в этом. Сейчас список друзей, Мервинг. Я на сервере зашел, это оно же, наверное. Копировать. Вот так вот, короче. А как на сервер зайти? Пишу, коннект не работает, вот что-то. Вот, блядь. Короче, а, это пароль. Ну да, да, короче, вот его айпишник вводишь через open. Понял. Так. Я уже сегодня скопировал, да. 7707 порт. Это айпишник? Да. Open, это айпишник. Так, гусь, ну я зашел вроде как. Гусь? Только waiting for progress to be ready, что? Ну. Так, ладно, шарпшутер, суппорт специалист, команда, не, команда нахуй, фаербаг, может демолишенсом побыть, повзрывать? Хотя не, качаться геморно очень. Угу, зато мне кажется, войти взрыватель там, наверное, нормально. Да, он очень круто, ну типа он решает сильно. Новая карта, так, все, ребят, шарпшутер левел 0. Слушай, Митяй, может, что попроще возьмешь, а то ты же сейчас имбалансным будешь слишком. Да смотри, какая сложность. Ну, хард. Тогда не буду, наоборот. Не пизди. Тебе это на самом легко тяжело будет играть на любом уровне. И это, слышишь, Мерв, а зачем ты создал короткий? Что короткий? Ну, 4 раунда, это хреново. Там дефолтный стоял. Я сложность только поменял. Это создай, поставь сложность на одну меньше, поскольку народ без уровней совсем.
Я погоню попроще выберу. А мы тогда вообще легко пройдем, мне кажется. Да хуй знает, на левом. Мы без уровня тогда. Мы на нормальном проходили это Chaotic Labs. Че, перезадавать будешь? Chaotic Labs проходили, да, рехост. Не, Chaotic Labs. Не, лучше на самом деле сделай попроще уровень, серьезно, потому что без левелов хард пройти нереально почти. Или среднюю. Вы что, лалки, что ли? Длинную, среднюю. Ад на земле. Среднюю. Ад на земле, да, пробовали там на втором уровне уже весело. Так мы же хотим, чтобы было весело. Мы забьем на эту игру еще на год. Они нас пиздило. Короче, уровень на один легче поставь. Удалось. Типа нужны хотя бы там, я не знаю, третий левела, что ли, чтобы пройти хард. Да не, мы же этот проходили, ферму хард проходили и... Ну у нас были левела просто. Маунтин, что-то там. Не, вторые, третий проходили. Вторые, третий, но не нулевые же. Так, гайс, ну что там, заходите? Да, уже зашли. Только я еще минуту качаться буду. А там что-то вроде по сути игры еще можно заходить. Это такое. Чего? Можно во время игры будет переконнектиться. Инмейт, это твой самый простой? Demolition с левел 5? Нет, не самый, но самый приятный. Самый простой, наверное, медик левел 1. Нет, нет. Хорошо, давайте медик. Во, слышишь, медиком ты не будешь имбалансом, но ты будешь тащить. Левел 5, хуй его знает. Медики в соло проходят эту игру. Ну да, но типа там же они меняются все-таки перками, там хуерками. Что-то я не могу зайти, почему-то к вам. Что пишет? А сейчас так вообще. Ты на предыдущий, наверное, заходишь, зайди и по IP попробуй просто. Так я жму от. Или по друзьям просто нажмите коннект. Я по друзьям. Не через жму. Игру. Не через игру. Сетевая игра, друзья. Ну через Steam именно просто. Через Steam, а присоединиться к игре. Как раз таки по друзьям может быть баг. Лучше консоль введи, open, IP-шник и пароль. Open IP-шник. А пароль как ввести тут? Пароль, ты, он начнет заходить, скажет то, что нужно. Спросит пароль. Тебя, да. Понял. Ну шо? Не заходит что-то. Блять. Добавься в друзья к Мервингу. Так да я есть. Есть, я... А, вот, загрузка пошла. Отлично. Короче, у меня грузится, и я бегаю по карте голый. А, во, во. Только я теперь один на серваке. Нет, нормально. Мы да тебя уже ты видим. Ты на прошлый зашел, наверное. А, нет. Да, все, кекс-то есть. Ну что, давай, грузи. Пятый а левел, педик. Педик пятого левела. Давай, грузи, шеф. Нажмите, готов. Кстати, вот реклама, которая вот тут, Rising Storm, это норм игра вообще. Ну, типа просто шутер, но он... Прикольно сделан. Ради нажимайте. Да-да, кекс. О, все, поехали. Так, я управление забыл. Так, а бегать как быстро? Или он и так на максимальной скорости? На Q себя лечить? Да. Максимальная скорость. Так, я чувствую, что здесь есть акселерация. Ну ладно. Опа, опа, хоть что-то пошли. Да, я тоже подключил. Что первый раунд, типа изи, можно просто бегать и собирать оружие. Чтобы были деньги. Вот там сзади ребята еще веселые. Да. Кого-то раскачанная команда, или в чем проблема-то? Так, как лечить? Ой, пухлый сзади. На ракушку. По головам, парни. Даже два пухлых. Не, пухлые это халява на самом деле. Они такие слабенькие. Эти, кстати, тоже, по-моему, ебать орут. Алло, Васа! Тормози, тормози, Васа, Васа! Винтовку нашел. Блин, я бегаю, тут вообще никого нет. Где все? Ой, я шотган нашел, гайс. Мне страшно, ребят, где все? Фонарик на эфис, кому интересно.
Я там все очистил. О, вот он. Гайс, ну что, здорово. Здорово. Вон там Саня пишет. Саня, будешь с нами? Ой, я вас нашел. Привет. Так, я магазин нашел. Только проходите внутрь. Оставляйте, оставляйте одного, оставляйте. Дойдите себе до магазина. Слушайте, Гайс, у кого-то есть Саня и Мунчик в друзьях? Можете в комфу закинуть? У меня что-то не сворачивается. Да, сейчас. Давай, СПС. Сделал. Так, шотган. Кому-то шотган нужен? Дай акселерацию пока отключить. Нет, у меня есть шотган. Ну-ка, Дрюс. Так, ладно, шотган тогда продаем. Там что-то, кстати, писали, звук почини, но я не дочитал до конца. Хуесос, может быть. Не-не, ну, я имею в виду остальные не дочитал. Нет, там было просто звук почини. Хуесос. Нет, хуесосов там не было. Гайс, а куда вы ехали-то? Патроны искать. Фармить. Блять, я же один сдох, ну, ребят. О, Мервинг. Давай, рубим их. Я у Клайки. Мясная лавка. Где? Открыта. Ну, здесь есть вот сток, как в первом, во втором данжене БК. О, мостик какой-то нашли. О, вада за нами. Блин, как страшно одному тут бегать. Фонарик включи. Там... О, бронежилет нашел. Ой, как плохо-то, блять, все. Нашел кого-то из своих. Я, короче, вот этот проход держу, где я с мачете рублю, это мой. А я его тоже держу, что делать. А там Гайс, другой нет? Ладно, я другой взял уже. Пизда. А мне что, блядь? Ну, зад. Там мы. Ну, то справа еще и зад. Андрей-то жив еще или нет? Я он пока еще жив, но это ненадолго. Это не ты, можешь ориентировочно сказать, где ты? Я... Короче, Дрюс, беги в магазин, я тоже Андрей с нами, мы все здесь. Вот, я около магазина. Тут и Кайл. Я тебя все равно не вижу, Дрюс. Я бегу к магазину. Это хуя народу, но... Во, Андрей! Ага. Бля, ты умер прямо около передо мной. Я уже почти был около... Я видел, как тебе голову отрубили. О, грибы. Грязь. Ебать колотить, ребят, мне плохо, что-то стало. Я считаю, сбежать не мерка... могу теперь. О, слышите, я перк уже почти что, блядь, режима левел прокачал. Алло, алло. Алло, Сань, здорово. Здравствуйте. Сань, я сдох. Хорошо. Блин, эту ёба в меня стреляет, зарубите ее. Андрюха, у нас Украина умирает. Видел вообще, что происходит? Ну, в принципе, на самом деле, не насрать, я все равно шарпшутер, мне пистолет какой-нибудь, и буду набивать себе скилл. Ракетница, ракетница, ракетница. Вам долго до конца или нет? Нет. Так ты можешь сейчас зайти, в чем проблема? Да, кстати. Я ж не разбираюсь в этом, я слабый боец в Killing Floor. Сань. А. Ты же наговариваешь сейчас, ты же это, я ж помню, как мы. Сука, зомби какой-то новый. Какая-то анимация. Что? Какой новый зомби? Да я не знаю, я в него не заходил уже, знаешь, сколько? Последний раз, когда мы тогда катали, я не заходил в него. Понял. Блин, коса! Это всё новое. Гайс, я бы очень хотел с вами вместе тут тусить, можно? Можно. Блин, ребят, я хочу на косу задонатить. Фуллскрин. Ёбаный рот. Вот тут можно вниз провалиться? Кейк, все нормально, денег. А, патрон. Ха-ха, ребята, денег нормально. Кекс. Да, бля, и все съебались, красавцы. Фармить. А ты что думал? О, патрончики. О, зомби. Понятно. Так, Дрюс, я свяжу с тобой, давай. Ой-ой-ой! Давай. Прям о, это мой, это мой. Не, не мой.
Ой, лол, охренеть, здесь много. И выхода нету. Ребятки, а где мне взять IP или что-нибудь? Чего взять? Продублировать кто-нибудь в конфе? Да, IP. Я вообще не могу, Андрюха, громко говорить сейчас. Блин, эти твари ползучие, вообще не убей. Ты должен приседать вообще так-то, на С. А, на С, я... Ой, баба, баба, убейте. Уже стреляю. Ты же присел наконец-то. Ой, паук, паук. Куда ты ему строчишь? Ой, кто мне помогает, это вообще, короче, красавчик. Это я. У меня 6 берсеркеров. Бля, вы опять съебались? И тут просто на анах. Мы мобильная группа. Сзади. Бил сзади. Сзади прямо, сзади прямо. Сзади. Принял сзади. Дрюс, обернись. Да-да-да. Ой, ракетчик. Сейчас убьем. Там еще лезут с канала. Сзади, крикунья. Ракетчика, давай примем. Блин, я так мало мобов нахожу. Они все на мосту, лол. Меня подожгло. Ой, блядь. Ой, я же забыл, она кричит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Там это, ракетчик меня подкосил маленько. Молодые люди. Да. Давайте я вас просто не буду пока месяц отвлекать, потому что вы никто мне не скидывает IP, а воруюсь на следующую. И все. Ну давай, давай. Угу. Давайте. Я пока, Андрюх, твой стрим гляну. Давай, а там ничего интересного. Да, я вообще скучно хочу позалипать во что-то. Как у тебя дела вообще? Давно не общались. Слушай, ну нормально, Сань, в дотку вот играю. Nice. Ну, как бы, вообще. То есть... я ж тоже это, в дотку. Чуть-чуть. Ну, ого, правильно. Слышишь, у тебя тут левел там блиц. Красиво все так. Да. Митяй, вон, топ-1. Я вижу пока. Так, у меня есть кроссбоу, гайз. Сейчас буду опасных вырубать. Я вас на мосту жду. Но мы уже где-то по канализациям. Не знаю, я на мосту. Это сзади, где мы были уже? Да, да, где мы сидели сейчас. Слышь, Андрюк, а говорят, что у тебя нет звука игры вообще, но... Да, я не знаю, почему это, но это говно какое-то. А ты вот не запустил? Да. Это же, наверное, из-за того, что ты вообще... Да нет, это, по-моему, всегда, не знаю, из-за чего, но там... О, бензопильщик, я тебя вижу и не помогать. Где бензопильщик, гайз? Митяй, он там? Он готов. Понял. Но у нас пира нету против него, да? Я пошел соло фармить, короче. Кого нету? Пиромансер. Ну, пира. Это что за пир? Пиромансер. Да. Спина, кстати, ведьма зашла. Вообще предлагаю на мост все-таки встать. Там поприятнее, хотя бы видно. Ведьма, кстати, ведьму надо вокруг нее круг из соли делать, и она горит там. Да, да, Саня знает, Саня играл. Если вы кто-то не знаете, как обращаться с ведьмами и гадюками, пожалуйста. Бля, они мне нахуй армур вообще покупал? 9-летний или больше опыт за плечами. Всех ведьм жгу, кстати. Ну, некоторых насилую. Некоторых насилую, некоторых жгу. Ну, слышь, а вот с топором ведьмы тоже нормально вроде идут. По голове, главное. Там кекса полечит что-то? Да-да. В смысле, если он не будет подставляться, то он не будет умирать. Я же берсерк, о, бензопильщик. Ну, ты знаешь, что ты хочешь получать? О, бензопильщик, гайс, это мой. Лол. Так, а что, вы все уже? Слышал, да их тут про карасей напомнили. Умер, лопнул. Тебе говорят, что ты в настройках звук выключил вообще. В каких настройках? Зачем? Ну, не знаю, в настройках Killing Flow сказали, что ты звук выключил в нем. Нет, там у меня есть звук. В игре у меня есть звук. Да даже если я сделаю фуллскрин, во-первых, игра так не стримится. Забей, не парься вообще. И вот я смотрю, ой, бензопильщик. Неприятно. Просто я вот чат читаю. Где бензопильщик? У меня обезьяна, у меня ведьма. Я их веду к вам.
Ух, давайте как ты их обил, слышишь? Всем может, в голову. Там стопнуть где-нибудь с ним? Да, мне кажется, Мервинг наебывает, надо бежать Бабла от него. Бабла, хорош. Наебывает? Так а где на ты есть, Мерв? Посмотрите. Го в сторону к магазину побежим. Я их всех к вам веду. Вот, ты я знаешь, где Каэля нашел. Каэля нашел? Инмейта нашел. Это ты правильного человека нашел. Прям в задницу шприц вогнал. Ну, он орёт, а. Гайз, что ты никого не оставляете вообще? У нас с тобой, Митя, я так понимаю, соревнования за первое место. Блин, давай пиро возьму и закончим. Не. У меня соревнование за последнее место мое идет в полном разгаре. Нет, ты первый с конца, ты должен, по-моему, всё принять. Вон с Вадой соревнуемся. Так, короче, броню больше не буду покупать, она кончается быстро. Useless. Ну, кстати, на первое место. Го на этом мосту, товарищи. Кстати, очень быстро также кончается и виски. Может, даже не покупать, в принципе. Виски? Да, виски. Вообще, ребят, это очень ретардное место на мосту. Они здесь с четырех сторон идут. Ты в чем проблема-то? О, слушайте, дайте мне ящик, у меня стрелы дорогие. Типа их четыре, нас шесть. Гайс, ящик не трогай, Вада, пожалуйста! Что за ящик? Патрончики. С патронами. Просто у меня дорогие патрончики. Кекс, перестань, кекс. Кончай, кекс. Кекс, я буду стрелять, кекс. Дорогие патроны, да? Нет, для арбалета. Ой, бензопильщик сразу. Убьем его. Мне кажется, он меня заметил. А не, он пьян. И гранатки пошли, гранатки. Хорошо, гайс. Кто там гвоздями о, стреляет? О, лампочка, это лампочка. И в него кто-то стреляет. Это крайне плохая идея. Так, что, поехали в лампочку, гайс? Я накидал. Где она? Сзади. Гуя, танкану. Ладно, я тогда с другой стороны принимаю пока. Опа, мечай, давай. Хорошо. Все, минус лампочка. У меня типа усиленный броник, и я могу. Еще одну. Да, можешь позволить себе, это верно. Слышь, Андрюха, ты получается Робин Гуд, да? Ты тут с луком. Да, я люблю такое оружие. А ты у них бабки отнимаешь или ты просто убиваешь? Не, они бедные. Они очень бедные, поэтому они стали зомби, я их не отнимаю бабки. Они школы. Слушайте, а вот это место приятное такое. Ой. Я сейчас сдохну, идиоты. Встань в зеленое поле, встань, энергенит. Ебать, вы их там свалите. Парни, здорово играете, здорово. Бля, в слоумо на кейке, смотри, с топором. Так, еще 61 штука осталась их. Ведьма! Блин, а Сани нету, непонятно, что с ними делать. Не-не, я здесь, всё. А я таблеточками закинулся. Бензопильщик сзади, с моста. Сзади с моста бензопильщик. Есть. Он на трубе там танцует. Попал ему в голову. Тут висит на трубе. Митяй, все в порядке. Прикрывай, Митяй, прикрывай. Где кейк? Ой, топор. Я в порядке. Я, короче, буду за инмейтом ходить. Идет, короче, лампочка по коридору. Уже у вас примерно должна быть. Да ну. Да. Это тут ничего не поменяли, все те же профессии остались, да? Да. А нету официанта? Повар добавили еще. Ну, нормально, чтобы он соль приносил, я знаю, как светит. Я веду лампочку. Лампочку. Здесь, кстати, мосту. Она ведется? Бежит. Мы на мосту он стоим. Он бежит. Последняя, кстати, осталась. Го, к этому. Веди к магазину, ее веди. Я боюсь. Я вижу, куда он ее ведет. А кто ты ее завел? Он к магазину ее завел. Но она пропала куда-то. А почему она пропала? Ну, она сдалась, там... это нормально. Что купить? На бензопилу копить или. Бензопила на меч? Катану. Катану? Все, катаны. Беру катану. Я забыл продать. Так, я самурай!
2000 мне надо бы. 2000 голди. Шки. Так, сколько у меня? Половина уже есть, ребят, если чего левела. Так, траншейный дробовик, дыхание дракона. У меня даже это огнеметчика. Ну я знаю, я. Ну и класс поменял. Это позор, даже. Как Кейт меня перегнал? Так, где инмейт? Где инмейт? Я позор. Потерялся, если так. Честно. Так, потерялся. А да? Я около магазина сейчас. Все, нашел вас. О, сзади лампочка. О, лампочка. И кто-то ее сагрил сразу. Ой-ой-ой. Лампочка, уехать. Лампочка. Блядь, а почему я? Хорошо. А теперь живем. Делимся. Мера, мне нравится шотган. Бро, а мне дашь ассил? Ой, запильщик там еще. Снова я страдаю. Еще сколько какая-то порт? Мразь. Вы гранату встали? Ты зарабатываешь на нас, Митяй? Нет, я вас хилю. И зарабатываешь на нас? Ну, заодно. Не, ну главное, что да, ты не думаешь правильно. О деньгах, ты тебе просто нравится то, что ты делаешь. Ебать, катана нормально рубит. А знаешь, как неприятно будет, если ты сдохнешь там один, у тебя она вывалится. О, я три, на 2000 закупился, три этих. Что ты говоришь, что неприятно? Пизда тебе. В смысле, я их зарубил, я самурай. Ой-ой-ой, вот эта хуйня мне не нравится. А, вкололся. Парни, ай да я снайпер, ай да снайпер. Так, тихо, стоп, ребята. Пора к магазину идти, короче. Слышь, Митя, я еще огнеметчик так мало. У меня бумер наплевал, бля. Какой огнеметчик? Мало патронов. Ну, потому что я левел нулевой. Понял. Блин, для берсерка вот эти псы вообще самое противное. Да. Андрюх. Да, чего? А ты скажи, дотка у тебя будет сегодня или нет? Слушай, не знаю. Может да, может нет. Но вообще стрим рассчитывается долгий. Дотка, я думаю, будет. Когда закончатся игры. Мить, похилишь меня? А, да? Все. Я вроде их убил? Я хотел ворваться и отхуячить. Лол, Кси играет в Rust. Мне только что Skype сказал. Не Skype, а этот самый Steam. Ну, Rust это нормально. Ой-ой. Тихо. О, это я знаю, умею. Где, блядь, все? Почему? Так, ну что, пойдем к магазину, там мало осталось. Я уже магазин патрулирую. Опа. Слышишь, так ты походу часто шпилишь. Сука. Во что? В дотку? Встал? Не, в Килинфлё. Да нет. О, да я вижу, ты всем по головам. Сзади дрюс. Так это Counter-Strike скорее. Да, это CS Skills у меня. Да не. Ты чё? Тут вон инвизная баба только что в голову получила. Сань, ну это. Я ж такой, да сильный, я знаю, все дела. После катаны меч покупать или не стоит? Вообще не стоит. Клеймор, он большие, поприятнее на самом деле. Играть можно скрейчев. Обсуждение, что с катаной это самый стронг, но если есть возможность, берешь топор, который за ачивку в дворах. Бар. А какую ачивку? Ну, надо в другой игре ачивку получить, чтобы это открылось оружие. Бля, другая игра сложно. А задан... я себе сделал. Так, гайс, а как там это... Ой, это граната, ребят, это не то. О, статуя какая-то. Как лазерный прицел делать, этой пушки включать? Ты же надо лазер купить. Маус 3 попробуй на колесо. Установить. О, да, работает. Его на weapon. Так не, у меня, Сань, есть, я установил уже. А, установил? Это не та игра, а у вас это сколько стоит? Да какой, я тебе про... Какой Rust? А ты в Rust играл сам, Сань? Не, не хочу, боже упаси, ты чего. Ну-ка. Там письки есть. Мервинг. Ой-ой-ой, Андрей, уходи! Лампка. В дотку шпилю. Да, гайс, там сзади его. Лампочка. Ну и что? Сейчас разработаем. Готовы? Понимали. Тут скажи, какая у вас задержка на стриме? Это две лампочки называются. Это две лампочки. Еще один. Заряжает.
Я самурай! Минус он. Ну и все, дави это мясо. Ой, бля. Блин, отбрасывает так жестко, вообще пиздец. Ой, узкие проходы я здесь люблю. Давай, кекс. Здесь нормальная точка. Лучше, чем предыдущая. А, это ракетницу взял? А задержка в минуту или сколько? Всего задержка 0. Не, ну вот... 20. Вот только-только вот я увидел, как вы первую лампочку убили. Да, ну секунд 15 такие стандартные. Да больше. Бензопила идет. Неудобно, в общем. Да стандартно, да, еще задержка стала. Ты зайди по друзьям, попробуй. Я как будто в кинотеатре только знаю этот фильм. Слышим, он... А, чужой, она не умирает. По друзьям зайди просто. Да не работает, я уже все попытался. Не вижу ни IP, ни по друзьям, ничего. Да тут ему тяжело без денег сейчас будет. Да забей, забейте, шпилить. Денег-то мы накидаем, лол. Да не. А, ну да, кстати, мне... У вас же последний вейв, зачем? Че он не умирает? Че за лаги? Митяй, а что ты там это... Мерлин сворачивался. Да, я здесь такое дело. Ничего себе, как ты умеешь. Так, где 73? Я никого не... Митяй, она сильно бахает? Ну, да. Ты маленький дезинтегратор. Ручной. Угу. Ой, меня убивают. Да, он заебал на меня. Меня нафидил. Это пушка из Half-Life 2 портальная, заряженная, когда она... у кого из вас маленький дезинтегратор, а? Это у... у Митяя. У Митяя, небось. Сколько... Митяй, там сзади идут пучки всякие. Сколько у тебя дезинтегратора? Еще 130. 130 в миллиметрах или в чем, слышишь? Да. Опасное орудие, слышишь? Плюс посадка 0.2. Ого. Холодная или нет? Не, так. О, лампочка 2! Найси. Заебись, я разогреваю. Сейчас прибегут. Ты нормально себя чувствуешь. Говори, а где? Все, и свалим отсюда. Хуй свалим знает, где это мы. Убиваем. Нам пизда, Митяй, короче. Митяй, убиваем. Я не могу их убить, Лол. Нет. У меня есть интегратор, меня едят. Нам не видеть. Митяй. Кекс, давайте подхилю немного. Я не... Ну-ка. Давай. Я не... Оп, я смотри. Прочитал нечаянно. Разок. Отъебальщик. У меня там две... В смысле, я тоже кидал. Для огнеметчика, забери. О, лампочка. Мы уже вторые приданули. Они сильно побиты, если что, очень сильно. От первого. Да, что-то мне не помогло, она меня ваншотнула. Вообще, лампочка в целом об этом. Ну я берсерк, я пока не понимаю. О, гайс! Двух взял. Дрюс, ты один жив. Давай, Андрей, 15 осталось. Как там от первого лица смотреть? Пробел. Нет, нельзя, значит. На Маустри можно свободную камеру. Да что ж ты орёшь-то, сука? Какие гранаты у них? Она же взрывает. У меня нету гранат поменять. Там они все, там они все идут. Два бензопильщика, Андрей. Парни, пошел, меняю позицию. Ты не хочешь бежать в них обычно. Ну, у Андрея, видимо, есть какой-то план. Вот он. Ну, а чё меня зажали в говне? Что мне там делать? Тебя разъел чувак своей работой. Да. Блин, я надеюсь, мне... Хватит на левел. Это седьмая волна была, парни. Последняя. Да. Как... Ну что, я тогда 3-минутную рекламную паузу пускаю. Андрюха, ты выжил, потому что у меня тут на тебя бензопильщик бежит и все залагало. Хорошо. Так ты выжил это или нет? Че, давайте, короче, как... это... Я так понял, слотов нету, я слот освобожу, пойду бутерброды с чаем поделаю себе. Ну, давай, приятного тебе. Ты не ответил. Если хочешь, я могу уйти, я читаю в Killing Floor тоже так. Да не, я по бутерброды горячие сделаю, посмотрю ваш стрим. Заходи, короче, Эмунчик, через Open. Ну вот, я просто свой Open. Митя, а ты дал мне IP или куда? Скинули в... IP, я кидал. Вот этот последний, да, вставляешь? Вот это пароль. Блин, а может хиллером быть? А, Open. А то Митяй в последний момент изменил свои предпочтения. Но мы бы там не затащили, на самом деле, если бы он не изменил. Мы не затащили даже, когда я изменил. Но. А ты говоришь хард ставить.
О, кто-то рассказывает, кстати, какой-то Doom Creep Virtus Pro, да? Лондон, да? Чего? Чего сделали? Ну, в игре Virtus Pro кто-то там Doom в Creep дал. А, ну и что? Может, в кабана? В кабана? Нет, это знаю кто. Ребятки, есть минутка, отойти? Ребят? Я думаю, есть. Надо у подселителя спросить. Так, что там? 25% res recoil, faster reload, extra headshot damage, discount. Выбор навыка. Поджигатель. О. А я немного медика прокачал себе, ребят. Окей, готов. Я готов. И взрывника немного. Ебать, как взрывника тяжело качать. На первом уровне 25 тысяч дэмэджа надо нанести. Грязь. Занимается не так сложно, по-моему. Ну, хрен его знает. А сколько у лампочки всего ХП, например? Не знаете? 9 жизней, это кошка. Нет, два кошка. Выстрела с арбалета у нее ХП. Да нет, там. В голову. Один ну, может... удар в подбородок. Ну что, поехали. Я готов. Давайте, Кэлли нажимайте. Нет, нет. Команда, второй левел у нас появился. И огненный жук шестого есть. Хорошо. Мерв, ты здесь? Да, да. Так давай, нажимай рейди. Так или нет? Так а он постоит. Ну, мне разворачиваться, вылагать будете. А, им нельзя начать, пока он не нажмет готов. Как то? Ну, поставил так, что все должны начать. Надо начать. Вот и кик. Вот номер два. Митяй. Так, все, здесь. Спасибо. Митяй тут? Вертолет пошло, летел. Поехало. Боже. Давай, Сань, держимся я вместе. Я не могу понять, что происходит. Сань, все горит, все в порядке. Где сенса? Как ее поменять по-быстрому? Эту карту я хоть знаю. Да блин, оружие не берем. Все, годится. Хорошо. Чищи, кто там хитшотит так здорово? Ой, я ж качаюсь хедшотом. Ну-ка давай, хедшоты, харва. Забивали. А какая это сложность, чтобы я знал, к чему я... Нормальная. Вторая. Нормальная сложность. Но нормальная меня едят или нет? Да. Не, нормально не едят. Не едят? Не едят. Это хорошо. Где топор? Митяй, ты уже жаришь их? Типа, когда у тебя большой уровень, тебе оружие дают сразу. Это я знаю. Это ты сказал не едят, алло! Я сказал едят. Это я сказал не едят. Габель, боже мой. Вот там это. Кто-то нашел какой-то лут? Я патрончики нашел. Не, из оружия в смысле. Не. Так я мощный, у меня 25 кило. Попал! На, сука! А в тебя с первого. Ну-ка, на, сука! Волна. Продавщик, продавщица, ребят, к продавщице идем. Слушай, а что она такая грустная на этой картинке? Плохая неделя. Пистолетик да, хорошо. Что можно купить? А, я ж медик. Ага. Бил бизнес мать, Саня. Так, интересно, зачем я отбежал от продавщицы подальше? Наверное, у меня какой-то план есть. Сам пока еще не в курсе. Кого полечить нужно? Мне покачаться нужно. Так, как это так получилось, что я купил Bullpup, но я его не купил и остался без денег? На троечку нажми.
Угу, и ничего не происходит. Значит, купил, продал. На двойку два раза или колесо покрути. Не-не-не, купил, там и продал, было, да? Точно третье. То есть я в натуре бизнесмен. Сань, походу жилка есть. Ну, отличненько. Да, у меня только нож. Нож и шприц. Видимо, все продал. Так не, дефолтный пистолет нельзя продать. Здесь, кстати, лежит, кому нужен, я на нем прыгаю. Короче, как... Мне нужен, прыги на него. Кто лежит? Не знаю, пушка какая-то. Какая пушка? Блин, одеты, как тебя найти? Уже подобрали. Жадные люди. Так, а там что такое? Все к Денису. Подставьтесь кто-то, мне нужно вас вылечить. Вада, впитывай. Так, а ну хорошо. Лучи удар. Вон, можно меня подлечить немножечко? Да я Ваду уже лечу. А меня точно не хочешь? Сверху, сверху, сверху. Невидимка. Боже, я как будто первый раз шпилю. Все так страшно. Страшно, Сань? Да я тебе говорю. Не, я же сейчас температура катаю, типа, у меня и так все плывет. Здесь нож, кому нужен? Какой нож? Прыгай на ноже. Мачете. Бегу за ножом, весь лут собираю. Ой, это мачете. Там Ваду можно подлечить. Андрюх, я тебя в шею уколол. Ага, спасибо. Давай пойду королевску уколю. Давай, давай. Еще нужно Welcome to Dota и Каэль Королевского полечить. Спасибо. Все, Каэль, теперь ты вода. Слышишь, это же вот это вот такая сейчас ситуация в Украине. Горят машины, ходят зомби. За Беркут, что ли? Горят машины, ходят зомби, все стреляют. Я около воды. Шутки в сторону. Ты нуждаешься в лечении. Я тоже, кстати. У меня насморк. Как долго бежать-то? Сварочный обзор. С ножом быстрее бежишь. Можешь выкинуть все оружие, чтобы быстрее бежать. Ну, а нет, я его продам сейчас. Воу. Так, а где Мервинг, да? С оружием. Жаль, в этой игре такое не работает. Ну здесь стекло бьются, кстати. Хочешь булл автобусы? Пап. Кому был пап продать? Автобусы ломаю стекло. Действительно. Так, теперь я точно. Неплохо, неплохо. А у тебя это огненные гранаты, Митяй? Да. Клево. Смотри. Так. О. Ничего себе. Здорово. Давай еще одну. А давай сразу две, и мы все на них попрыгаем. Митяй, здорово. Клево. Главное дешево. А сколько стоит? По 41. Да, дешевка. Так, на монстре она лечит. Кто-то должен полечиться. Патрончики спиздил, хорошо. Вот там еще патрончики. Патрончики. Невидимка, Кэль. А, я должен подлечиться. О, слушай, можешь подлечить тут немного? Мерв, ты хочешь лечить? Да, я целюсь в тебя. О, попал. Мерв, здорово. Еще по инмейту попасть. О, это же old school map. О, ведьма, ведьма, ведьма. Сань, ты прям не почувствовал ее. Да я ее прихудовал. Я же это, магистр черной металлургии. Магии. Угу. Металлургии? Металлургии. Я слышал, в древние века как раз это металлурги боролись с ведьмами. Так нужны Мун и Вада. И Каэль. Средний век. Нажмите клавишу. Так, а чего это в меня огнем стреляют, парни? Спасибо.
Раз. Перезарядка в замедленном действии — это просто что-то шикарное. Успеваешь подумать. Блин, ладно, как ты мансуешь от меня, конечно. Воу, инвизная баба сзади тебя. О, Сань! Сломал, сломал ее. Почувствовал. Воу, сзади, Андрей, Андрей. Сань, я в мили пошел к ней. Ага, давай, давай, давай. Сань, сзади! Хорошо, Сань, давай кольну тебя. Да давай, куда, в ногу. Все, я вколол тебе, Сань. Она меня за ногу укусила, противоядие. Сань, а меня кольнешь? Да я нет. Деньги, Сань. Давай, давай. Я давай. Тебя завалить пытаюсь. Кайл, дай, я тебя тоже кольну. А я фуловый, а нет. Нет, ты не фуловый, Кайл, дай-ка я. Оп, аж. Сань, можешь мне еще раз заварить? Патрончики. Пестик нашел. О, Митяй, ты ж фанишься, да? Так, да. Представление. Шоу. Пиротехник, блять. Митяй, ну ты весельчак. Ну весельчак, Митяй. Слушай, ты это окна там сломал. У меня что-то клиффе русский, я не вижу кнопки продать. Как-то так вышло. Что? Кнопки продать не вижу. Выделяешь что-то и сверху прям над ним вот. Типа гнят продать оружие сверху. Спасибо, Митяй, я нашел. Мачете. Может, кстати, будет устроить следующую зарубу там в пятером берсерками и только на мачете. Я к тебе иду. Давай, Сань. Я, кстати, булпуп нашел, парни. А, это который я продавал вначале. Теперь я его продам. Так я пошел Митяя лечить. Сань, пойдем от других подальше. Да, да, да. Там сзади, сзади. Есть. Пойдем, Сань, вот здесь вот. О, отличная территория. Сань, и в другую сторону, все пошли к нам. Я понял. Да я купил калаш и уже пожалел об этом. Понял, здесь в спине кто-то будет, ты услышишь. Собаку в полете. Я тоже хотел, не получилось. Как боевика. Хотя да? Есть уже ракетчик в спине. Я-то не... Сань, и давай уходим от них. Тихо-тихо-тихо. А потом скажут, что они мудаки, если умрем. О, сзади, о, Сань, меня. Сань, мне хорошо сзади, сделали. Съел. Бахнешь мне? Да я чуть-чуть занят. Давай, давай, уколю сейчас. Давай, коленька. Надо контролить, чтобы они не обошли со всех сторон. Мы тут стоим на центре, они из моста могут упасть. Будешь мне лечить или ты прокачан? Сань, ничего. Нет, ты какой точный. А? Ничего, говорю, ты точный какой. Да. Ну, все нормально. Сань, в воздухе! Опа, опа, хорошо. Сейчас укушу тебя, укусил, нормально. Так, там какой-то экшен. Может помочь парням? О, инвизная баба. Андрюха, а тут опять наплодились. Подойдешь? Чего, Сань? Наплодились, наплодились опять. Сань, у нас да это... Да ладно, какой-то экшен. Друзья умирают. Да? О, вот это, вот этого я знаю, что делать. Так, кольну, кольну. Вада, стой. Королевский, тебе тоже немножечко. Пистолет лишить нужен? Мерв. Сколько стоит? Я далеко уже. Окей. Ага. Ты можешь его мне принести, я его продам. Я не могу ничего носить вообще. Андрей, а ну остановись, дай мне. Что я перегружен. Что? Хватает мне хпшечки, восстанови. Давай, опа. Кайлу сейчас тоже бахну. Только почему-то мой персонаж... А, Митяй, Митяй, красиво, красиво заходим. Спасибо тебе, спасибо, Митяй, спасибо. Не, бахни все тоже. Блять, и туда вам еще накидает говна. Я себе купил МКБ 42. Че, МКБ? МКБ 42, да. Нормальная тема, походу. Митяй, давай фейерверки. О, да, реально не было. Митяй, я тоже, смотри, могу. Пошли, парни, фейерверки, фейерверки. Ребят, красиво. О, бабки, бабки. Че, мы бежим куда-то? Сань, давай, да, от блин, всех подальше. Денег, это сейчас какой левел? Пятый? Сейчас будет лампочка? Сзади, сзади лампочка. О, хорош.
Изи. Уверена? Да. Я ему голову накидываю. А, он мне накидывает. За это он тебя съест. Ну нет, нет, нет. А это как Митяй всех жарит. Патроны по прямой. Тебе нужен огнемет? Да. Ну, в смысле, я не откажусь. Ну, я вот рядом с ними. Сейчас погодь. Погодь, это сильно. Сзади, 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 у вас сзади. Подожди ты, я ж, наверное, не просто так там стою херачу. Ой-ой-ой-ой, боже. Да горит. Может, от неё просто убежать. А вы что, там опять лампочку нашли? Нет, она должна быть одна на этом уровне. На следующие две, потом четыре. У меня голова горит. Смотри, наверху паук что-то багнул. О, так тебе это полечить надо. Спасибо. Так, бах, 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 бах. На крыше. Я бах, тебя потерял, если что. Бах. Саня, а где ты есть? А я там, где мы и стояли. Ты убежал куда-то, я там... Саня, я прорываюсь к тебе. Ага, давай, давай. И забирай меня, и погнали куда-то. Мало мобов уже осталось. О, в Жирникова попал, как хорошо. Блин, Сань, подожди, пока не получается еще. Окей. Не проблема. Ты же прям на голове, сучара. Так, секундочку, секундочку. Подождите. Мискузи, сеньор, мискузи. Сань, у меня тут много всякого говна. Там у меня тоже, у меня собаки. Сзади вас еще трое. Кайфую здесь. Так, собака, ты, имей совесть. Мясник убийства. Бомбочка. Бомбочка? Гранаты под нее. Гранаты, гранаты, гранаты. Пошли колодцы, слышишь? А у меня хилищие гранаты. Они дамагают врагов. Вы вылечили инмейт. Ну, теперь я встал. Я все продумывал заранее, не просто так было. Сань, вот мы и нашлись. Давай, дайте тоже кольну. О, да, хорошо. Как наркоманы, да? Ага. Мне нравится. Я что-то уже по привычке после каждого раунда хочу нарисовать что-то на букву Т на земле. А вы в КС где катали? Вы на своем серваке каком-то или паблик? Да, мы купили сервак, Сань. Серьезно? Мы настолько уже хорошо живем, что мы купили себе сервак. Серьезно или нет? Да, за 70 рублей на 3 дня. Лол. Так а давайте покатаем, не? Саня, ты завтра? Да. Говка, я зря. Не на 3 дня. Не, я что-то умею, мне будет интересно. Митяй, давайте, а дай это поехали. Закупиться пойти, пожалуйста. Там справа дверь вообще. Еще одна. Митяй, 20 секунд. Как бы 20 секунд уже осталось. Откройте мой дверь. Откройте дверь. За 20 секунд рискую не скупиться. Давайте закончим МКС тогда, не? У меня да, Митяй медленные пальчики. Тогда вы охуели. Слышь, вы меня заварили. А 8... я успел, ребят, закупиться. 8 брони сняло. Лол, тебя заварили? Да, например, меня варили, и у меня ХП броня поехали в минус. Мерлинг, это я смотрю, так, я купил карту, себе да? за 2000. Я доктор. А, ты я хожу, качаюсь. Да, понял. О, ребят, моя, смотрите. Опа! Опа! Андрюх, а можем вместе как-нибудь сейчас? Сань, конечно, а где ты есть? Сзади, лампочка, лампочка. Сзади, окей, давай. Лампочка, давай. Лампочка сзади, давайте примем. АВП уже есть. Давайте, парни, смотрите, внимание. Хорошо. Ага, хорошо. Готово. Вот это молодец. Убийство. Все, я пошел, ребят. Пускай, блядь, зомби начнут бежать. Блядь, Дрюс, тебе Оскар за этот пробег надо дать. Тогда я рассчитываю на это. Андрей, стой, стой, стой. Ты бежал, как будто монстры настоящие. Как будто монстры настоящие? Мерф, классный хиллер может на ходу попадать. Так я это, с пятерочки. С какой пятерочки? Кстати, сзади бензопильщик. Можно на 5 выбрать хилку. Сзади бензопильщик. Сам себя подорвал. И тут враг уже. А
А тут и Саня уже меня сейвит. Угу. Отличная работа, напарник. Все, здорово, Сань. Сань, здорово. Все. Похиль вода. Вода похиль. 20 хп. Саня! Я кольну тебя. Давай. А ты меня. Мерлин, патроны оставь. Я не за патронами. Я с дробовиком. Спасибо. Так, ну их 71 осталось. Где-то лампочки должны быть. Я бензопильщик только нашел. Слева лампочка. Мерлинг. Сань, живешь там? Да. Под него. У меня там что собака на голове была. У меня хилищие гранаты, зачем? Они дамагают, блядь, говорю же. Они дамагают мобов. Блять, какая боль, пиздец. Что-то вообще больно, и жопа горит еще. Три хп, кто похилит? Так, Сань, смотри, там сзади из церкви уходят. Молодожены. Собака, ты что делаешь? Андрю, у меня экран дрожит. Давай, я тебе это присуну. Смак, экран дрожит, да? Да. Так, ну что? Лон, он меня обходит как задрот просто. Он стрейфится, понимаешь? Тогда. Искусственный интеллект. Тоже сидит дома, ну. Молодцы. Эти зомби, они чуть не победили нас. Так, это какой раунд был? 6-й? Сейчас 4 лампочки будет. Сейчас последний. Я в подрывника переделаюсь. Похильте, Мерлинг, развернись. Заработай денег. Ты вообще 6 хп так? Ну, я гранату подтягивал. О, бабки. Главное при этом не бояться. Парни, давайте это, Новый год устраиваем. Дробовик продайте. Вот, ничего себе у меня денег. Так, у меня 3000, я покупаю БН, ПАЛ, АКОК. Ребят, пока есть время, давайте, Новый год. БН, ПАЛ, АКОК. А я ж не шедевр. Ой. Короче, ну где? Празднование. Здесь стоим. А её переделали, походу, у неё прицел классный, оптический. Мне написали, что гранатомёт. Если смогли заполучить гранатомёт, подсказки вам больше не нужны. Угу. Оставьте патроны. Понял. Митяй, там по улице дальше, возле таксофона, ещё один. Ну я пока не надо, я пока фул, я вижу это. А, Митяй, это у тебя клёвый. Тебя убивать надо лампочки как-то. Как-то надо, да. А согласен. Я буду сейчас их ваншотить, по-моему, не? Да, у тебя его патрончики лежат, смотри. Пока фул. Лампочка идет на улице тут. Давайте примем. Ну, типа, может, подождем ее? Она выйдет, и я жахну. Ты ее согрел. Но я бегу отсюда. Минус вода, не? Не минус вода. Минус лампочка. Ой, боже, это ведьма была, да? Да. А что у нее органы разлетелись? Разные стороны. Продать хотел? Дрю сзади, не везде. Парни, что-то не чувствуем. Сзади, не везде. Сверху. Сань, я иду к тебе. Сверху прыгаю, дрюс наверх. Смотри, с моста вот. Еще две слева. И справа с моста одна. Одна упала, подскользнулась. Дрюс сзади. Скоро лампочки пойдут, еще две. Ладно, ты где? Тимбоу на стопный штурм! Будем! Сверху прыгать. Это что такое у кого-то морит?
Лёха зашёл. Лампочки две. Ганебна случайно, Влада, перейшла межу! Ребят, а сзади мобы подошли в миле. Надо что-то сделать. Ой-ой-ой-ой-ой. Один хп. Филю. Раз бензопильщик, столько я не выхилю. Я под себя, короче, хаешь кинул. Минус вода. Ободрен. Нет, еще хорошо. А это уже мы кто-нибудь... А, седьмая. Ракетница. А кто у нас вода отъехал? Я попасть не могу. Слава нашим бійцям на передовій! Хлопці, слава вам! Хто пусть вас? Андрюха, арбалет лежит. Надо? Где, Сань? Вот там, где я прыгаю, посмотри. Здесь тоже пушка лежит, нужен кому? Арбалет, Сань, ну, мне не надо на самом деле. Это последняя волна. Сейчас, еще босс будет, лол. Я возьму. О, вы до босса зашли нам? А как выкинуть пушку? А, понял, уже не надо. Уже не нужно. Вот, смотри здесь. Видишь? Ага. Да. Давай. Там на Майдане тоже босс скоро будет. Да. Я больше не могу носить. А чё за босс на Майдане? Кто-нибудь поднял оружие? Янукович, наверное? Ну там, короче, что-то уже все жгут, там что-то вокруг костры, война реально гражданская. Прикинь, а я здесь живу. Я живу с мыслью, что сейчас, сегодня, завтра начинается гражданская война. Ну ты сейчас 200... готовишься? 200 тысяч человек смотрят. Ты бери этого шарпшутера и готовься. Может, тут деньги кидать на взрывчатку? На взрывчатку, может, деньги кидать? Лучше взять бабки и поехать в Грецию, а? Короче, ну да, рассказываю кул стори. Давай, кому, где ты? Вот я сейчас прыгаю, давай, вот мне денег. Снаружи прыгаю. Вот, сейчас я закупаю гранаты, взрывчатку, и бежим, завариваем. Чай, как вход. Кидать? В церкви Б. Все, я уже купил. А, это граната, стоп. Да. Почему здесь я ставлю сейчас взрывчатку? На Б. Мичай, вот а я ж тебя не выкинул. Похер, вот здесь я ставлю взрывчатку. Все становятся на нее, кроме меня. Он сбегает в вас. Так. Взрывается на ней, и мы выиграли. А что он по-русски говорит? Короче, резко вот сюда внутрь забегаем. Он через доворот пройдет и жахнем в него, когда барганты взорвутся. Хорошо. Патроны сзади нужны. Только этот, не стойте в проходе. Почему? Ну потому что я тоже жахать буду. Ты в своих попадёшь. Заняли позиции. Мичай, а ты не попадешь в аду? Думаю, что нет. Он присел. Это я, ребят, это я. Прикалываюсь. А у нас спину вот здесь справа еще не зайдет? Вас зашел в центре. Так, и все, гнать его, гнать, команда! А, не, он не взорвал, ребят. Психанули. Все, на позиции, ребят. Пробная, я понял. Тут патроны сзади лежат, кто там гранат тратит. Где я патроны? Все, нет патронов. Ага. А вот за этим компьютером. Что там? Там три компьютера. Давайте я Где? Слышите, мы, по-моему, очень плохую точку заняли. Обычно компьютерные клубы не самое надежное место. Пусти компьютером. Мерз. Смотрите, если вода умрет, то... Оплачивай час. Надо доплатить, ребят. На, оплатил. Не, это полчаса. А где вот час. Какой бабло скидывать надо? Слышишь, админа, здесь КС есть? На какую кнопку бабло скидывать? Как включить его? Такой стандартный дагестанский пользователь. О, бабки. Андрюх, ты не админ, уходи отсюда. Так, кого стреляете-то? Я тут оплатил себе. Короче, он походу сам умрет от старости. Побежали. Андрюх, он вот здесь, за этой дверью. Кстати. Думаешь? Он здесь дышит, я его слышу. Вот, да, слушай, смотри, здесь что-то лежит. Я слышал мою дверь. Это он стреляет. А ничего, то, что с другой стороны вот обойти можно, я его спину обошел. Сейчас кто-то сдохнет. Митя, я знаю, что делать так-то. Ой, он задом на меня идет. Задом? Да, задом. Попкой, чтобы в голову не подал. Я его веду к вам. Ты можешь вести его через текущую дверь?
Ты чё смотришь на меня? Опа! Ах, это был гранатомет. Ого, чё у него есть? Какая боль. Не мансуйте, дайте я захилю. Гранаты под них кидай. Меня похилю. О! Надо пожечь её, чтобы он видимый был. И где он? Гайс, он, кажется, хилится. У него мало осталось этих. Так он возьмет и отхилится просто на фул. У него мало шприцов. Понял. А у тебя много патронов? 16. О, я вколю в аду. Не, не могу. Да я уже вколол во всех. Хорош. Так, а эти тачку где мужик? Занял. Дай мужик инфу еще вернется, типа. Да? Он на Б где-то. А еще мина есть? В малых песках. А мина еще есть? Бабки, давай, бабки, бабки, всем бабки. Я пойду доплачу. Пойдем на кошелек. Слышь, а давайте от него просто откупимся. Слушай, давайте его деньгами закидаем. Закидываем баблом его, короче, где он есть? Тут ружье, кстати, в доме. Рефлаг кому нужна? Кажется, ему не нужны деньги. Я пойду ему бабок дам, ребят. Я тоже бабло ему иду давать. Здесь броник лежит, возьмите кто-нибудь. Где? Я прыгал к нему. Он стрелять по мне начал. Ой, что произошло? Я его разозлил, по-моему. Есть кто похилит меня? Очень 5 хп. Сейчас там молитвы читают, наверное, евромайд. Хорошо. О, он своих взорвал. Там сзади мы. Я под метя гранаты кинул. Все, парни, бабло ему накидываю. Он пропал. А, о, лол, он тэпается. Ай-яй-яй-яй-яй, гайс, стрелять хочет. А кто-нибудь поджигалку купил поджечь его? Нет. А где он вообще, ебер, стрелять? Бабло! Слышите, он не взял деньги, ребят. Ай, блядь, убейте их. Вот это я понимаю. Ему дают деньги, а он их не берет. В строительстве бы таких, да, побольше? Да. Золотая молодежь. Что-то надоедает на самом деле вот эта вещь. Да тебе просто страшно. То, что он убегает. Беги а за кого поджечь надо, пердак ему и хуярить его. Давайте, может, я пойду в компьютерном клубе подожду вас. Вы подожжете меня, и я пойду к нему за суицидом. Давайте Саню подожжем. Есть чего? Давайте, меня накидывайте, гранат там чего-нибудь. У меня нет ничего, могу деньгами тебя закидывать. Баблом, закидайте мне. Давай. Ага, я тебя развел. Да, давайте в обе стороны. Лол, мечай вверх. Мечай. О, что за проход? Я кровь нашел. О, бабки! Бабки летят. О, ребят, он на бабки пришел! Ебаный стыд! Он прямо здесь. Я в тебя. Может, я тоже умру? Я... Че произошло? Все, изи. У меня третьего лица игра стала. Ну, потому что мы его взяли. И это бонус, теперь игра третьего лица. Да, можно побегать. Деньги покидать. Смотри, можно деньги кидать? Ну чё, ЮМКС? Все, скинули все бабки, потому что мы здесь не за деньги. А, он не взял бабки, потому что у него нет веб-майнинга. Короче, отключиться. Отключиться. Так, а я теперь 3 минут, но сейчас будет реклама. А кто его убил в итоге? Я. Здорово. ЮМКС, ребятки, да? Counter-Strike 1.6. Так, ставим там игру. Вроде кто-то просил из счет нормально вы. А, Факер. Так а может мы можем это 5 на 5 как-то? Ну да, Факер, хвост, соло, напишите там. Ооо, найсец. Сейчас я подойду. Посмотрите порой это. Краем глаза там что происходит там. Прям так все горит, так атмосферно. А где? Ты скинул, скинули, последняя ссылка. YouTube. А, это... атмосферно, да. Я хочу, придать, ну что ж съездить, да, турист. Не вернешься ли ты? Так от чего? Я на сторону победителей встану. Молодец, молодец, Кекс. Захватишь в Украине. Кстати, там может рандомно это будет, реально вдруг там президента получится стать. В Украине? Да, там этим,
Random.org будут выбирать. Нет, ну кто первый сядет на трон, знаешь, все таки на колени потом. Я думаю, будут от одного до одного рандомить. Кто попадется, тот и президент. Ну вот от одного до одного. Смотри, там стулья жгут. Стулья понесли, слышь? Жертвоприношения какие-то. Слово скажем. Кто? Ебать, там все горит. Хорошо, что я не на Хрещатике живу. Только ты можешь приехать посмотреть. Не-не-не. Под аппаратом такой. Их настолько зима заебала. Я тут. Настолько заебала зима. Вань, есть у тебя девушка или нет? Нихуя себе вопрос, Сань. Отвечай давай. Зачем тебе знать это? Мирно. Тупо не ответишь мне, да? Ладно, ну у нас неплохие курорты в Киеве вообще-то. На Майдане. Да? Можно отправить. Тепло, было, даже да, зимой. Кого-то. Не, ну видно, что там, да, там сейчас если тепло, хотите, скорее всего. Если хотите, можно приехать в Киев отдохнуть. Курорт Киевского края, блин. Можно в Киеве неплохо отдохнуть на Майдане. Если кто-то хочет приехать. Там голодные игры скоро начнутся. Так они там уже начали. О, так поехали поиграем, там спектакль. А там спектаторами нельзя быть, Киев. Там или участвуешь, или... Так в смысле, спектаторы там есть. Вот мы сейчас смотрим от лица спектатора. Ну просто понимаешь, если что-то не так, ему тоже дают пизды. А да? Интересно, этот спектатор уже перезашел в игру после смерти? Бля, кей. Там сабскрайберы есть и донат. Короче, те, кто с украинскими флагами, это сабскрайберы. А у них смайлик есть какие-нибудь? Есть особенный смайлик. Сало. В бутылке такой, поджигаешь. А дашь IP, я курить пойду? Это для сабскрайберов. Ша-ша. Дайте IP, пожалуйста. Так поди, опять 70 рублей тратить придется. Да нет, там у меня есть сервер.